Более 1600 спортсменов. Цифра впечатляющая. Именно столько человек приняли участие в соревнованиях Кубка России по тэквондо МФТ. Внушительное количество воинов и их тренеров 16 и 17 февраля принимала арена футбольного манежа «Красная звезда». На торжественном открытии представители 23 регионов страны. За несколько лет соревнования в Омске выросли из первенства региона в крупнейший всероссийский форум. В Омске идет динамическое развитие. С каждым годом открываются десятки новых школ, где ведутся занятия. Есть талантливые руководители, талантливые тренера, великолепные спортсмены, профессионализм. И мы знаем, что когда приедем в Омск, будет все на самом высоком уровне. И каждый раз этот уровень будет выше предыдущего. В нашей стране то внимание государства, которое уделяется к развитию спорта, какую поддержку они получают в регионах, и этот отклик со стороны населения мы видим сегодня в нашем парадном строю, когда более 1500-1600 даже участников принимают участие в соревнованиях. Ну, это, конечно, здорово. Мы также видим, сколько пришло зрителей. Это и родители, и друзья. И сегодня просто праздник спорта, который радует сердце, радует глаз и вселяет уверенность, что то, что мы делаем, делается не зря. У нас есть определенные в этом поприще успехи. Смотрю, как старшие пояса выигрывают, учусь, свои ошибки исправляю. Больше всего мне нравится получать медали. И когда я приезжаю домой, у меня их и складывать их в определенное место. Надеюсь на первое место по туль, но я занял его. Сейчас буду пробивать силу удара. Не знаю, какое место будет. Наверное, надеюсь, что первое место. Сюда приезжают участники из всех городов России. Я думаю, тут достаточно много людей, и это очень круто. На тренерских позициях в эти дни можно было встретить успешных представителей вида спорта. Андрес Гомес – обладатель Кубка мира, Европы, неоднократный победитель и призер чемпионатов России и континентальных соревнований. Сегодня привез в Омск сборную Московской области. Привезли детишек, чтобы они посоревновались и еще лишний раз обкатались на соревнованиях перед более серьезными турнирами. То, что детишки сейчас пришли сюда, это огромная заслуга их родителей, это огромная заслуга федерации тэквондо Всероссийской, Омской Федерации. И огромная заслуга их тренеров, то, что они прививают им любовь к спорту, любовь к здоровому образу жизни, умение справляться со своими страхами, сложностями, трудностями. Спортсменам и тренерам соревнования запомнятся не только своей массовостью и высоким уровнем организации. Победа на омских даянгах в некоторых весовых категориях и дисциплинах гарантировала попадание в сборную России для участия в крупных международных стартах. Большая репетиция перед чемпионатом первенства мира, который у нас пройдет в апреле в Германии. Ну и основным, так скажем, большим международным стартом Кубком Европы, который пройдет впервые в России в городе Сочи в начале июня. Что касается общекомандного зачета, то по итогам соревнований лидировали спортсмены Омской школы тэквондо МФТ. На втором месте Новосибирская область, третья по количеству наград сборная Республики Бурятия.